Окей, Йолгейс, с вами Шимки, мы продолжим, проходить игру под названием «Таз разыскивается», и мы отправляемся в Техас, либо каньон бабуля. Да, каньон бабуля. Не хочу смотреть, пропускаем сразу. Черт. Миниатюрный таз. Мой сэндвич. Сэндвич. НЛО? Я видел только что НЛО. Это что для Вилетова? Ага. Тихо. Секретно. Еще один техасец. Давай, давай, давай. Во-во-во-во-во. Блять. О, тарелка летающая. Летающая тарелка. Это карта сразу. Так, пушка большие, очки, бензинная херня, колесо, вышка, вышка, катапульта. Ту-ту-ту-ту-ту. Ах. Хы, пролетел. Зараза. Зараза. Тихо. Здесь мы, кажется, вот здесь получаем ковбой, который пуляет из пальцев. Да-да, он пуляет из пальцев пердежом. Именно так. Застрелен. Давай, ну зайди. Сейчас будем этого убивать, синего. И пойдем сразу наверх. Вот, перчик чили. А-а-а. Так, кстати, а где я видел? Таймер. Застрелено. Мне нужен датчик. Увидел, 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 увидел. Все, 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 все. Так, кактусы. Юзаем кактусы. Ладно, мы позорвали бензиновую эту херню. Так, я вижу что-то в темноте. Что-то в темноте вижу. Так, уничтожаем. В темноту войти не могу. Так. За-за-за. Закрытика, закрыто, закрыто.
Так, все вспомнил. Нормально, мне этого должно хватить. Давай, 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 давай. Вот зараза. Вот если бы на меня эта херня упала, было бы все кай. Тихо. Давай, 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 давай. Готово. А, теперь мне нужно сюда, да, успеть? Ага, класс. Сном. Меня вниз запульнули. Ни хрена себе. Парень, а у тебя небольшой член? О, да. Как-то соплемет. На меня камешки попадали. Вовремя я. Так, я видел значок. О. Ну что, думаешь, я внутрь не зайду? Ой, тихо. Ладно, плевать. Плевать, плевать, плевать. Поехали. Так, быть осторожным. Что я долго еду. Зачем? Полетели, наверное, в корабль ребята инопланетян. Интересно, меня впустят туда? Лучше падать где-то не очень примитивно, чтобы... Если здесь эти охотники есть. Нет. О, багажник машины. Ничего себе. А ну погнали. Я внутри корабля инопланетян. Ух ты ж. Почему меня сюда телепортнули? Так, и там еще как это было херь стоять? Зеленая херь. О. А, здесь усы были. Так, а что мне получится? О, тихо. Вот черт, зараза. Смотрите, я, получается, тросик юзаю. Юзаю... Хер. Тихо-тихо-тихо-тихо.
Так, в этом, да, месте у нас? И в каком месте у меня была эта херь? Вот. Все, минус кактусы. Минусуем кактусяки. Кактусяки, кактусяки. Нет. Ладно, сойдет. Так, возвращаемся. Запускаем. Поехали. Бам, бам. Изички. Все. Поток энергии. Пока. Поезд. Так, теперь у меня есть развилка в ту сторону. Это куда? Ага, это в пушку. Это развилка в пушку. Не, могу, конечно, вниз пойти, но не хочу. Ау, 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 ау. Хотя, с одной стороны, это мне плюс. Полетели. Готово. Так, где я что еще видел? Так, здесь готово. Вспоминай, где еще что было? Катапульта нет. Так. В этой стороне я все же сделал. Да или нет? Походу нет. Ну ты зараза. Тихо, не падать. Так, быстро запускаем, поехали. Нет, нет, нет. Все, успел. Перчинный уголок.
Немного перчинного уголка. Так, хорошо, где у нас тогда здесь ютолка? Так, поехали. Готово, пушка. Ага, у нас есть точка метка. Еще около одной вводной вышки. Это индийский этот. Что я здесь должен найти? Что я здесь должен найти? Don't move. Так, ладно. Какая-то херь. Какая-то херь. Две спрятанные хери осталось. Одна, походу, я уже знаю, где. Так. Одна, короче, здесь, походу. Да. Одно все-таки здесь. Это место Вилькойота. А вот где пушка? Насри себе пушка. Так, давайте до конца поехали. Don't move. Так, ну вот это место. Don't move. А ну, может здесь где-то? Спрятано. Скорее всего, да. Скорее всего, что да. Вот вот здесь, под музыку. Усы я еще тоже не нашел. Не падай. Главное не упасть. Все отлично. Да, и здесь последний знак. Все, мне открыли путь к катапульте. Мне открыли пульт к катапульте. Так, как туда по фасту попасть? Don't move. Катапульта на той стороне. Так, все, я тут. Тут. Ай, промазал. Но зато не прибило хотя бы. Кто-то пульт. Да. Да. Молодец, и улетели мы.
Так, окей, окей. Так, ладненько, давайте на это у нас еще целый раунд, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!